Всем привет! Всем привет! Вот, выкатываем технику. Сегодня 8 января. Пол восьмого времени. Выезжаем пока на Двину, а там порешаем куда. На улице 14,5 градусов. Такие дела вот. Юра, что сегодня, какую рыбу будем ловить? А будем ловить то, что попадется. Это самое главное. Да, о, закрыл фонарь и увидели лицо. Сейчас выкатим сани, погрузимся в машинку, перегоним. Все. Всем привет из-под Кумбыша. Мы находимся под Кумповым. Под Новым Кумповым. Вот смотрите, вот я вытягиваю руку. Вот, только-только достаю. Вот, не верите? Юра стоит, видите? О, вот так вот, да. Новая палатка. Почти чум. Вот, испытываем сегодня. Опять же, сверлим волшебным шуруповертом. Может, надо было тут вот сверлить? А как хочешь, можешь и там сверлить. А ты, я буду здесь, а ты сюда лицом, да? Да. Ну, давай так. Просто... А столик тогда что мне? А столик вот сюда передвинем и все. Так. Ну, сейчас посмотрим. О, какие шарики. Так. Как учил? Сейчас мы закинем их. Ага, это пакетики. О, смотрим. Бум. Мы, правда, не знаем глубины, но я уже поймал. Я закинул два шарика. Так, ладно. А тут у меня шарики я делал. Тоже их бросим. Будет, да смотри, да смотри, как какие шарики, на. Не надо, пока не надо. Да, он ледяной. Его там, блин, фиг она раскусит. Все-таки, видишь, как я это, этого, скажи, Чингисхана. Ну ладно, сегодня пробный у нас... Снимаешь все? Конечно. У нас сегодня пробный выезд, первый выезд в этом сезоне на Кумбыш. Да, вообще. Еще не бывали? Боялись? О-о-о-о. Вообще страшное дело, Кумбыш. Да. Боязно было. Нет, нормально. Так, ну ладно. Что, метры есть? А мы по воде даже с тобой не смотрели, да? Вода и вода. Поехали и поехали. Так. Что-то у меня есть за опарыши. По-моему, что-то взял. Так. На все. А кто вот это лоской-то поработает? Никто. Никто же за меня не почистит. А я взял лоску-то. Лоска Телли. Опа. Ты уже почистил, что ли? А мне так не почистил, так. Нехорошо. Так. Поехали. А, течка, да, хорошая. Наверное, даже легкая, наверное, будет мормышка-то. Да, легкая, наверное. Ты достаешь. О, достал. Сделаем ледник снежный. Вот воду на такую сегодня, на красную и на отводную. Давануть там впереди, какая разница, да? В смысле? Удочку еще поставь? Так делай.
Она это самое, сверли у тебя где этот? Да я унес. Так зря. Так, сейчас сделаем. Так. Одного корюха я вчера, ой, последний раз на 4 числа поймал на червя этого зеленого. А-а-а. Он размяк к концу рыбалки. Ожил. Китайский же, он же волшебный. Ты не смотрел проводу-то, ничего? Почему не смотрел? Что она сейчас должна делать? В 11 будет малая. А, сейчас убывает? Да. Была в 6 с копейками полная. Вот. Сейчас вода пойдет. Так. Шуруповертусь. Найдем. Тоже такая же палатка у парней. Такая же? Ага. Может 2 на 2, ну. Но... Цвет такой. Да, вон открой, посмотри. Сегодня дверь у меня рядом. А хорошо две двери, да, вот так? Она такая же, тоже большая. Ага. Так, ну что, народ прибывает. Еще подъезжают. Очень удобно. Две двери, одна твоя, одна моя. Да, конечно, да, я через тебя ходить не собираюсь. Ходить не надо. Ты уверен, что прижмурился? Раз, и исчезнул. Так, ладно, надо... Что, это тебя бьют, а ты вот стоишь. Вот первая рыбка. Да, вообще, нормально. Повезло. Радио включил, на радио он поймал. На радио прет. Прет. Ладно, нормально, начало положено. Да, тебе-то хорошо, ты наловишь. Ой, корешком, запахло в новой палатке. Да, сейчас обгоняем. Обгоняем. Как у нас учительница химии говорила, говорит, у меня на уроке не воняет, у меня пахнет. Ну, ты лови, ладно. Я вяленого, но, правда, пока развялится. Почти. Я на низ вяленого посадил, а на верхний оп. Посадил этого кальмара. Ну, блин, смотри, таскает. На червя? Да. Блин, а у тебя червя мало, да? Да. Ой, завтра на работу. О, вот смотрите, смотрите, поклевка. Давай, посмотрим. Короче, похоже, что червяк рулит так. Может, показалось. 9 часов. Да. У нас две рыбки только, да? Причем это у Юры. Надо часы поправить. Ну так давай. Чик. А вот и мой первый корешок. Ну, на кальмара. На кальмара. Не на кальмара, на эту. На креветку. Вот, это червяк. Видите? Вот, нормальный. Второй хвост. На горке все на одну лунку я вытянул. Всех. Ну, если нам с тобой хотя бы повезло, что и ты что-то ловится, и у меня. А то ведь бывает, сидят вдвоем в одной палатке. Один ловит, а другой смотрит. Ну, сначала я тоже посмотрел. А вот теперь ты посмотрел. Да у тебя пока чуть-чуть нет. Ну, вторая, ну да. Кто-то скромненький подошел. Понюхал. Thank you.
Опа-на. Нормально. Стежок. Не знаю, что помогло. Опарыш или прикормка. Оп. Ну, спасибо Андрюхе. Надо его в одну лунку выбросить. Смотри, видишь, он такой тяжелый, как камень. Сейчас упадет прямо на дно, подо мной. Все, клюет. Должно. Так. На опарыша. Хорошо заглотил. А, я вообще не понял. Вытащил непонятно на что. Крючок, крючки-то оба здесь. Два, в две лунки, под каждую лунку. Где? Это корюшинная. Вот это? Да. А там у тебя что? Ну, там уже закинул одну корюшинную. Ну еще бросай. Сейчас течения нету, никуда не унесет. Ну только если шарик укатится куда-нибудь. Знаешь, это сам как в мультике, там, колобок. Оп. Это уже не на червя. Ой, поменьше чутка, но еще съедобельный. Эх, средней паршивости. Слушай, это самый, это как его, креветка-то работает, все равно, не знаю, возьми креветочку тоже. Юра что-то цепляется, Юра начинает меня догонять. Да, тебя догонит. Ой, сходы какие-то непонятные, хорошие. Кто-то был такой вкусный, большой. Эх. Ну давай, повторись. Больше-то ведь ничего нету. Оставил. Так бывает. Вот смотрите, безобразие. На обоих удочках кто-то подошел. Кто-то отвлекает. Кто-то хочет в это время не обмануть. Фига, обманщик какой. А я тут сижу, жду, когда они попадутся.
Вроде скатывается оттуда. Откуда? Под тебя идет вода. Так под меня, так. Ничего не понимаю. Идет одной стороны, как забор стоит какой-то. У меня-то? Вообще не. Херня какая-то. Понимаешь, ты это самое, ты сейчас сидишь задом наперед. Потом, да, когда вода будет прибывать, я буду сидеть задом, да, наперед. Рыба повернулась ко мне передом, к тебе задом. Ну. У тебя что? У тебя ничего? У меня вон опять этого кальмара, креветку съели. Сначала пойдет сверху, обгложит, блин, прикинь. А потом же, и уже выбора нет. Вот, слушай, ну вот стоят тоже же две удочки еще рядом. И все вот это самое на одно. Ты что? У меня Серега. А? Серега. Ну правильно, этот шарик-то уже начал работать. У меня тоже же подход был. Я, кстати, давно там опарыш. Ощущение сильное, да? Да нет. Да, блин, ай, ай. Ты говоришь не сильно, а вот видишь, как зарачивает. Так. У меня, главное, идет один размер. И у тебя один размер. У меня размер мелковатый, у тебя нормальный. Ничего не понимаю. У тебя рыбы уже много? Ты уже был на рыбалке? Я пропустил. Мне надо догонять. А догнать может только качеством. Время 11:25. У меня вот такой улов. Клевого много, но мелочь. Это я Юрке. Он любит ухуварить мёд. Корюшки. Сейчас буду пить чай. Еще ни разу не пил. И дела. А что ты говоришь, у тебя нормальный, не мелкий корюх, что ты? Ну, вот самый мелкий вот, который прыгает, последний, наверное. Нет, еще мельче есть. Ну, а так вот, что, все нормально, такие же, как у меня. У меня сейчас тоже одеяло лежит на автомобиле, на этом, под капотом. Вчера положил. Зато сегодня без GoPro не снимает. О, видишь? Вот у тебя еще мельче. Да, вот, видишь, это ты. Ты такой. Наплакал, все, перешло. Все. Обрадовался. Вообще 10 часов. Вышел на лед из палатки. Показать вам обозрение. Вот, народ присутствует. Я думаю, что больше уже никто не приедет. Все, кому надо было, все уже здесь. Были машины. А, и машины и есть, да. Они, я так понял, идут через Рикосиху. Так, вот ворота. Так, вот. Голова, да, ты говоришь? Голова. Ветерок небольшой. Ну, морозец. Время 10 часов, будем пить чай. Вот выходит из своей хижины хозяин хижины. О. Хижина дяди Юры. Хижина дяди Юры. Вот такая вот у нас нынче палаточка. А ее нету. А вот она. Есть, есть. Хантер. Трофи Хантер. Так вон, видишь, это самое. Этот, скажи. Разъясняет так. Ага. Ну это еще вроде ничего, нет? Нет, лучше такого отпустить. Я так, если... Ой, сам.
Юра такой, что поймал Геракова, блин. Там жаловался, нет, жаловался, я да. Жаловался, жаловался, и все, и пожалуйста. А что делать-то, что делать? Так вот, решили попить чайку. Немножко. Да, надо. А то... А то рыбы едят, а мы еще нет. Да, традиции-то надо не нарушать. Конечно, никакого в законе Павловича речи нету. Просто налили чаечек и все. Юра, вот немножко голодненький, мясо ест. Я чуть-чуть. Он специально, потому рыба у него и ловится, что он мясо ест. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Вкусные, колбасные бутерброды. Так, сначала съедим сыр. Я вчера еще такой грудинки купил. Всем приятного аппетита! GoPro. А, ну ладно. Кто-то подошел. Угу. Нет, кто-то подошел. Такой скромненький презентик. Так. Чай попили, новости послушали, перенаживились. Вот какая-то непонятная игра у этой мормышки. Вот опять она тут. Это вот та блесна такая. Вот она, наверное, так играет. Мороз никто не отменял, все равно холодит. Холодит. Собирается здесь. Тут я вообще что-то не чистил давно. Оп. Не сига. Это ты вовремя поправился. Это не серьезно. Блин. Оп. Блин, у тебя не трудовые доходы. Это не трудовые доходы, говорит товарищ. Это на нижний. Спасибо, Андрюхе. Мы знаем, какому. Он тоже знает. Какая-то нехорошая. Поменьше. Юра такая же. Так. На. На креветочку. Так, на вяленого китайского червя пока никто не попался еще. А у меня нифига. Оп-оп-оп, давай. О, нормально, главное, я за него пожаловался, но это не сик.
Ну, все равно хороший рыб. Ты ж такого хотел? Корюха. Нормально. Пока да. У него рот занят, видите, он мормухи меняет. Ну что, 11 час. Вот такой у меня прилов. Такой у Юры. Сейчас, подожди, сейчас я сниму солнце. Ну... Вот и солнце встает. Красота. Вот и солнышко по-настоящему выскочило. Да, ты предвосхитил мои слова. Я для чего и камеру включил, чтобы показать, как в этой палатке солнышко играет. Красота. Вот, еще бы так вот все время клевало бы. О, кто-то там пришел на сотрудничество. Слушай, вот на все это, на верхнюю играющую. Это вот такая вот ловкая блесна. Ничего, у нас тут немножко так прибавляется потихоньку. Это вообще в одну лунку две удочки закинул. Это же хапуга, говорит, надо мне, говорит, надо. Прикиньте, в одну лунку две сиговых удочки, блин, две, потому что ему надо меня догнать. Два сига, говорит. Значит, две удочки. Две удочки, да. Я ему предложил попить чаю, а он в это время и начал облавливать меня. Надо как-то ему оказать сопротивление, вот. Нет, либо бьем чай, Юра, либо ловим гигантов, надо. Чай-то ты пьешь, не ловишь. Да я еще и глотка не сделал. Тут горячий, сейчас остынет. Куда? Фига себе. Она нашла дорогу в эту лунку. Надо опять тут что-то городить. Нехорошо. Угу. Что бы говорил, а? Да, чего говорил-то? Говори. Да, я вас внимательно слушаю. Блин. Попытка была украсть у меня это самое, удочку. Очередная попытка. Вот ради интереса сейчас поменяю местами, блин. Удочки. В дырки тело или удочки? Блин. На правую. Дай. На опарышек надо кричать, на опарышек. Вот, продолжаем мы тут что-то ловить. Блин. О, хорошо, все, ушел. Нет? Оп, такой. Хотя вот, видите, и сюда что-то пришло. Оп. Да, скоро придется кулек складывать, а то начнут выпрыгивать обратно в этот, в воду. Они уже дорогу знают. Кто им показал? Кто этот гад? Офигею. В чем разница? В кальмарах. Сама.
говорю-то? А ты что, крупную-то не жаришь, что ли? А у меня не было в этом году крупной еще. А до этого-то в том году, хуже там? Ну, так, такое крупное это самое. Вот только вот, что мы с тобой летом ловили, да. Ну, ту, это самое, в сковородку. Там же было у нас небольшое количество. Все делали, как это самое, с луком. Как на вагу поджариваешь, вот так и пожар. У меня Наталья и на вагу эту, она быстрее так вот, ну, в мочке сделает. И ухи нахлебаешься, вкусно. Что у наваги, что у корюха. Сладко, вкусно. Ну смотри, хозяин в баре. Ай-яй, оп, съела. Так. Вот сидим. Сколько время? Время 12 часов, да? Вода вот-вот должна встать и повернуться. Вот недовольный Юра сидит. Наловил крупняка и все недоволен, да, все недоволен. Говорите. Да, подумаешь, у меня немножко крупнее. Ну, чуть-чуть, ну, буквально, блин. Первый раз в жизни. Так, ну что, поворот воды должен был быть. Так, что у меня запотевшая камера? Ну что, сложил я свой улов, пока вода стояла. Получилось 50 корюшин и 2 сега. Вот уже снова поймано 3 хвоста. Получился вот такой пакет. Этих хвостов. Не знаю. Посмотрим, что у нас тут будет. Решили посидеть до 2 часов. Так что вот такие дела. Что дальше будет, неизвестно. Может, ничего не будет. Так что ждем до первой звезды. Да. Ну что, посидим еще часок. Послушаем, что нам расскажет радио. Еще есть 2 бутерброда. Еще можно попить чаю. Да? Есть бублики еще. Бублики. Бублигум. Бублигум. Да. Ладно. Все. Пошло. Считай. 2, 5. Штука. Только по количеству. Поставь прямо сюда, да, ведро. Ну. По количеству только это самое. 51? 51. Ну, у меня уже 50. Там было 50. У меня 54. Ну и 2 сишка. И у меня тоже потрогало, так что. Что-то она трогает и уходит. Потому что конкурентов, видимо, нету. Опа, гигант. Блин, нажался, настонался. Все-таки, блин. Вот что-то. Да. Ты заколебал, блин. Я сейчас туда удочку закину. Вот, торопится. Смотрите, торопится-то как. Да, 2 часов надо успеть. Ну ты все уже, двумя рыбами меня догнал. Пока стайка ездит. Давай, вылезай. Убираю. 51, 52, 53, 54,
55. А что хочешь-то? 56 лет, 56 рыбин и 2 фишка. Так, как ты ее? Так, быстренько собрались. Все уже начинают разъезжаться. И мы тоже, вот людей уже здесь нету. Так, вот. You can run, but you can't hide.